погнали. Время пошло там, да, да, Серёга? Да, да, мы, все. Короче, сидим и заговорили о кризисе. Вот, идея такая. Да, идея такая, значит, что когда в стране нашей ёбнул кризис, неожиданно для всех, у всех вдруг стало меньше денег, всей страны, перестал функционировать бизнес, я не знаю, с работы уволили, сокращение. Да, зарплата стала меньше, ну, в общем, жизнь говно. Ты пытаешься вкладывать деньги куда-то в одну тему, в другую, у тебя не идет чуб, потому что условий нет. Что остается делать тебе? Ты думаешь только об одном, как в этих условиях выжить, да. Единственное правильное решение – вложить деньги в себя, я считаю. Ну, то есть собственное самосовершенствование. Ну, таким образом... Потому что, да, то есть, чтобы выжить, нужно стать лучше. Логично? Логично, да. Да. То есть, когда ты пробовал все, у тебя не получается, в этом ты виноват. А виноват, ну, вот, кто-то виноват. Че не говори, вот смотри, сейчас я тебя перебью по поводу родителей, да, например, моих. То есть, они у меня хорошие, порядочные, честные люди, да, там. То есть, ну, к тому, что все хотят там успешными быть, все дела, да, ну, понимаешь, кто-то же должен там учить людей, лечить людей, не знаю, крутить гайки, блядь, там, в метро, да. И, как бы, кто-то должен это делать, и то, что наша страна, как бы, забила хуй на это, да, то есть это вот, ну, как бы, к чему я вообще все это говорю, что... Потому что в этих условиях самое правильное решение получать новые знания, не знаю, идти какие-то, навыки. Да, навыки, может быть, новую специальность, ну и почему бы не совершенствовать свои отношения, не знаю, с женщинами в том числе, да, вот поэтому я считаю, прокачивать коммуникацию, да, да, почему нет. И поэтому, как бы, мы сейчас вообще говорим о том, что у нас стало больше клиентов, как ни странно, да, как бы, кризис, он повлиял на многие сферы бизнеса, да, ну, в частности, вот, как бы, можно рассчитать? Да. То есть, у меня стало клиентов больше. Я уж не знаю, с чем это связано, но в том числе можно... Я думаю, так, да, потому что люди смотрят, что куда ты не сунься, везде какая-то жопа, везде ничего не идет, и потупал, тем более, как бы, ну, нужно же хоть как-то радоваться жизни, да? То есть получается, как бы секс это такая необходимая штука, да, которая позволяет, ну, элементарно порадоваться жизни. Секс это должно быть элементарно. Вот познакомился, занялся сексом. То есть у тебя мысли все о работе, о кредитах, там о какой-то хуйне, блядь. Нужно же расслабляться, да. То есть, как бы, отличный способ расслабиться. Там, познакомиться с красивой девушкой, не знаю, влюбиться, блядь, заняться, да, сексом. Да, дело не только секса, то есть... Ну, секс это самое малое, да, с женщинами. Нравится женщинам, несмотря на то, что у тебя какие-то траблы по жизни, а ты все равно чувствуешь себя мужиком, потому что ты нравишься женщине, блядь, и это охуенно. Ну, в общем, и тут такое, что когда заниматься этим, есть не сейчас. Потому что когда в нашей стране наступит район земли, уже будет поздно. Все потому уже что такое ощущение, пройдут тренинг у Володи к тому времени. Ну, вот какие-то такие мысли, ребят. Все, отбой.